В пятницу вечером под закрытие офиса прибежал фотограф за страховкой, так как его не пускали в отель снимать свадьбу. Если с машинами, со здоровьем и с недвижимостью все понятно, то с мероприятиями постоянно случаются такие ситуации. Организаторы забывают про страховку и вспоминают о ней в последнюю минуту. Если вы являетесь вендором на мероприятии, обязательно узнайте заранее, потребуется ли от вас страховка. Если да, оформите ее заранее.